Я приветствую всех из города Лович. И приглашаю вас прогуляться со мной по этому новогоднему болгарскому городу. Движение оживленное какое. Предновогоднее это время. Ну, это я так понимаю, что елка городская, наряженная. Особенно если учесть, что здесь вот родители своих детей фотографируют. Ну и до боли знакомая мелодия, которая нас всех поздравляет с очередным наступающим Новым годом. Похоже, здесь есть интернет. Сейчас я проверю. Да, интернет тут есть. Здесь недалеко находится здание общины. И вот это собор Кирилла и Методия. Ну, сами понимаете, что в Болгарии это очень популярные святые. Ну, а здесь на здании новогодние украшения. Дед Мороз приезжает на оленях. Вечером это все светится. Сани, конечно, оленям тяжело волочить по местному асфальту и плитке совершенно бесснежными. Вот такой чудесный ангелок на здании местного драматического театра. Какой-то грустный снеговичок. За столбик ухватился. Но судя по проводу, который к нему тут попку подключили, видимо, вечером он даже светится. По случаю праздника вход на мост украшен рождественским венком. Ну а снеговичка в коротких штанишках я... О, а это снеговичок веселый. Пожалуй, я с ним сделаю фото на память. Оказывается, еще одна елка есть около здания, в котором находятся местные власти. Ну, особо они себя, конечно, не утруждали наряжением елок. Такой дружок прибежал, да? Ну, сейчас я тебя угощу колбаской. Ай, вкусная колбаска. Быстро кончилась, да? Больше нету. Нету больше. Интересно, печеные орехи, кукуруза. Здесь варится прямо. Интересно так. И соленья пуканки. Сладких не видно. Прямо здесь делают все. А это тыква запеченная. Очень популярный десерт в Болгарии. Тыква. Колку стру... А? На граммаши. А, на граммы. Понятно. И сколько, как понять, сколько стоит, например, такой кусочек? Колку струва тва. Сейчас взвесит, скажет. 2 лева. Благодарю. Около 80 получается. Боровинка. Боровинка – это черника. Натурально, будем надеяться. Ну что, Дедушка Мороз, весело мы с тобой по Ловичу прогулялись. А теперь уже пора и к новогоднему застолью. Ну а про новогоднее феерическое веселье в Ловиче я вам в следующем видео расскажу. Хотя отдельные эпизоды уже выкладывала на своем канале. Так что заходите, повеселитесь вместе с нами.